Производство компании IQ News. Вторая товарищеская презентация IQ News, Токио, Япония. Запись в естественном порядке показа. Морихиро Сайто, Кензи Шимизу, Йошио Сугино, Гозо Шиода, Минору Мочизуки. Мне очень приятно снова приветствовать вас с этой сцены. Мы представляем сегодня IQ News. Это наш главный редактор, господин Стэнли Пранин. Меня зовут Йококо Кимура, а это Фумико Ито. Перед открытием второй товарищеской презентации я хотел бы поблагодарить всех сенсеев и всех тех, кто любезно сотрудничал с нами. А сейчас несколько слов скажет наш редактор, господин Стэнли Пранин. Добрый день. Прошу прощения, но это моя первая речь на японском. Поэтому я буду читать. Я рад приветствовать всех вас на второй товарищеской презентации IQ News. Товарищеская презентация отличается от привычных демонстраций. Здесь вы в течение одного дня увидите и услышите то, к чему лучшие мастера шли десятилетиями. Сегодня все принимающие участие мастера представят вам свои достижения и открытия в области айкидо. Мы искренне надеемся, что это поможет вам в будущем, и благодарим всех вас за сотрудничество. В свою очередь, IQ News постарается сделать все возможное для дальнейшего распространения информации об айкидо. Мы приложим все усилия для популяризации этого прекрасного вида воинского искусства. Еще раз прошу прощения за мой плохой японский. Спасибо. Сначала мы хотели бы пригласить сенсея Сайто. Как вы знаете, сенсей Сайто начал обучение у сенсея в 1946 году и изучал технику основателя айкидо после войны. Он родился в 1928 году в префектуре Ибараги. Сейчас он известен как главный инструктор Ибараги Додзи и преподает по всему миру, включая Европу и США. Он работает также в области Тагоку в Японии. Сенсей, просим вас. Меня зовут Сайто. Когда я спросил в IQ News, что я должен сегодня делать, они сказали все, что я захочу сам. Поэтому мы начнем сначала. Мы не принимаем в Ивама Доджо новых учеников. Мы не допускаем также наблюдателей и фотографов. Чтобы попасть в Доджо, нужно иметь специальную рекомендацию.
То есть Ивама не имеет широкой известности. Поэтому я бы хотел рассказать вам про нее. В этом году исполнится ровно 40 лет с тех пор, как я начал обучение у сенсея Уэсиба. Когда я впервые пришел в додзё, там был сенсей Мочизуки, и он показал мне пальцем, где находится дом у сенсея. И я пошел туда. Между домом сенсея и додзё лежали две дороги. Я спросил у сенсея принять меня в ученики, и вскоре мне разрешили поступить в додзё. Затем пришел сенсей Шиоду, и начались тренировки. В Ивама сенсей говорил, что мы должны сильно хватать партнера, и тренировка начиналась, когда схваченный начинал двигаться. Сенсей очень строго подходил к основам и говорил, что если хотя бы одна мелочь выполняется неверно, то вся техника не сработает. Сенсей часто ругал меня в процессе обучения. И хотя я был уверен, что делаю в точности то, чему он учил меня, некоторые люди говорили, что я делаю не так, как учил сенсей. Они говорили так, потому что видели фильмы сенсея. Но я был его учеником, и я знал, что делаю все именно так, как меня учили. Вскоре Айки Ньюс обнаружила эту книгу Будо, выпущенную в 1938 году основателем. Всего несколько копий было сделано с этой книги, и вот одна из них. Эта книга показала, в чем причина того, что люди не понимали технику Ивама так, как понимали ее мы, прямые ученики о сенсея. Я делал то, чему меня учили. Но когда я открыл эту книгу, я понял, что некоторые техники, которые мы применяем сегодня, сходны с этой книгой, но не в точности совпадают с ней. Поэтому я был вынужден изучить старую технику и прочел эту книгу с особым вниманием. Поэтому я хотел бы сейчас более систематично остановиться на вопросах, поставленных этой книгой. Прошло почти 50 лет, 48, если быть точным, с тех пор, как эта книга была опубликована. Если разделить время на период до войны и после войны, то я поступил в доджо сразу после войны, и техника, которой нас учили, отличалась от той, что показано в этой книге. Все фильм по этой книге при сотрудничестве Айки Ньюс. В Ивама мы используем следующую методику. Мы начинаем с изучения техники, которую показывал основатель, затем учимся использовать ки в своей технике. Затем учимся использовать эту технику очень быстро, так постепенно продвигая в своем изучении айкидо. Основатель говорил, что он тренировался 60 лет и только благодаря этому достиг того, чего достиг. Как я уже говорил, многие считают, что я делаю что-то не так, как о-сенсей, и это связано с его фильмами. Дело в том, что основатель не любил презентации и публичные показы, так как он боялся, что кто-нибудь украдет его технику. Поэтому на презентациях он выполнял движения очень быстро, а техника, которую он демонстрировал в фильмах, естественно, отличалась от реальной. В чем же эти различия? В старые времена тайна хенка или движение разворота тела выполнялось вот так. Но в то время, когда я поступил в доджо, уже применялась такая позиция. Основатель разработал эту позицию, так как она была более устойчивой. Эта позиция более устойчивая. В старой позиции вы будете достаточно слабы перед противником. Но если переместить руки в новое положение и удерживать их здесь, напротив своего центра, то вам легче использовать суйки, и вы становитесь сильным и устойчивым. В этом, я думаю, была причина изменения позиции, которую вы можете увидеть в старой книге. Рассмотрим технику защиты от Шамен Учи. Эта техника остается такой же и сегодня. В
классической технике защиты от шаманучи, вы должны всегда начинать с контратаки. Это написано и в старой книге. Противник пользуется рубящим ударом для атаки. Книга говорит, что при выполнении защиты от шаманучи в варианте омоте вы должны начать контратаку и использовать сразу обе руки и перемещение вперед одновременно. При этом условии вы двигаетесь как одно целое. Если движение не согласованное, то ваша техника не сработает. Вы можете использовать эту технику, потому что начинаете контратаку до того, как противник нанесет свой удар. Книга говорит, используйте обе руки и обе ноги и начинайте атаку. Во всех основных техниках защиты от шаманучи, таких как кё, никё, санкё, ёнкё, вы должны опережать противника своей контратакой. Это четко написано в этой книге, и сенсей учил тому же до последних дней своей жизни. Итак, в старых книгах было сказано, что вы отражаете атаку, начатую противником в технике вуда, сначала защищаясь, а затем контратакуя. А сенсей изменил технику так, что человек, ее применяющий, должен опережать противника, как бы атакуя сам. То же самое в шаманучи катыгаеши. Атаку начинаете вы, это главный принцип. Трудно контролировать противника после принятия его атаки в виде удара. В те дни, когда я обучался вивама, сенсей говорил, что нужно применять технику в тот момент, когда противник только решил атаковать. Еще одна интересная вещь касается выполнения катате дори или минаги. Классическая техника предполагает, что в ответ на захват вашего запястья вы должны захватить снизу кисть противника, а затем вывести его на бросок. Тем не менее, О-сенсей разработал три варианта этой техники, поскольку одного варианта может быть недостаточно для различных типов противника. В первом варианте вы уводите руку противника вверх, а затем переходите на ирими. Во втором варианте вы сбиваете руку противника вниз. В третьем варианте вы захватываете его кисть как в шиханаге, а затем уводите его руку в сторону, освобождаясь и выполняя ирими. Итак, три варианта техники – верхний, нижний и средний. То же самое в том случае, если вас схватили двумя руками. Вы должны легко двигаться даже в сильном захвате. Я, конечно, понимаю, что многие думают, он может выполнять эту технику потому, что он достаточно силен. Они считают, что сила необходима. Но это не так. Движение айкидо настолько рациональны, что вам не нужна большая сила. Иногда сила не нужна вообще. Я покажу. Если вы пытаетесь сделать так, то вам понадобится сила, но под таким углом она не нужна. Поскольку я захожу сзади противника, а у него только две ноги, то я могу уронить его одним пальцем. Если бы я стоял здесь и прилагал силу, противник мог бы сопротивляться. Но если я зайду сзади, то сила не потребуется. Поскольку я практикую айкидо, я применяю не силу, а использую правильную технику и свое ки. А некоторые люди недопонимают этого и приходят к ошибочному выводу, что я делаю это с помощью силы, или что нужно иметь большую физическую силу для тренировок вивама доджа. В юности я повредил свою руку, и кроме того, у меня больные колени. Так что у меня нет огромной физической силы, но я могу успешно применить технику, так как она очень рациональна. Из-за моего не лучшего здоровья я пришел к выводу, что главное для успеха в применении техники айкидо – это выбор правильного угла, а также слияние с противником. Если развивать эти умения, то становится возможным применить технику с незначительными усилиями мышц. Возьмем, к примеру, технику моротедори. Если вас схватили таким образом, то кажется, что двигаться уже невозможно. Но тем не менее, всегда остается направление движения, по которому возможно без усилий. Предположим, для примера, что палка – это рука противника. Попробуем приложить силу в этом направлении. Он легко сопротивляется. Но если приложить силу под этим углом, то сопротивления нет.
Вот почему вы можете совершать такое движение, даже если вас сильно захватили и крепко держат. Более того, поскольку мы изучаем воинское искусство, вы должны суметь применить технику в поединке против нескольких противников. Вот почему так важен поворот. Если противник хватает вас, вы опускаете плечо, локоть и ваш дух, поворачиваетесь и смотрите в ту же сторону, что и ваш противник. Это главный принцип. Если вы можете делать это, то вы сможете защититься от нескольких противников и выполнить технику правильно. Если вы не верите мне, то я возьму партнера посильнее и покрупнее. Если я буду тянуть его, то он не поддастся. Но как только я сделаю так, он станет полностью послушен мне. Когда вы научитесь этому, вы сможете правильно выполнять технику и сможете приступить к использованию ки. Пока вы не научитесь свободно двигаться в сильном захвате, вы не должны переходить к использованию ки. Ки-форму нужно практиковать, когда у вас уже есть третий дан. Основатель ругал меня по этому поводу. Он говорил, почему ты начал использовать ки-форму. Это можно делать только если у тебя есть третий дан. Если я тренировался усердно, меня ругали за то, что я тренировался слишком усердно. Если я тренировался, не переутомляясь, меня ругали за то, что я слишком мало работаю. И так продолжалось все время, пока я тренировался. Итак, вы должны сначала познать базу и научиться свободно двигаться, когда противник силой захватывает вас. Ки-форму надо практиковать позднее. Например, кокюнаги. Если вас захватили и держат с большой силой, то вам не нужно использовать силу, чтобы двигаться в этом направлении, потому что вы сливаетесь с противником, и ваши движения естественны. Если попытаться тянуть противника на себя или отталкивать его, то вам понадобится большая сила. Если вы последуете технике и повернетесь, то сила не потребуется. Даже при минимальном усилии у вас не будет проблем. Начинайте тренировки с выполнения правильной техники в сильном захвате, а затем постепенно переходите на следующий уровень и используйте ки. После этого вы придете к такому уровню, что противник вообще не сможет коснуться вас. Но тем не менее, движение остается всегда неизменным. Таким образом, когда вы научитесь двигаться даже в сильном захвате, вы сможете применять различную технику. Например, основатель часто делал так. Можно, к примеру, выполнить это же движение, нанеся удар противнику. Можно выйти в это положение и сломать ему шею. Или руку. Вам нужно научиться двигаться и освобождаться из сильного захвата. Только затем следует ки-форма. Посмотрим технику шихонаги. Если мы откроем книгу, в ней мы тоже найдем технику шихонаги. Рассмотрим защиту от захвата за кисть. Старый вариант этой техники предусматривает перемещение вперед в такую позицию. Книга говорит, переместите правую ногу слегка вперед и сделайте широкое движение левой рукой. Тем не менее, это не так легко, особенно если вас держат двумя руками. Поскольку движение затруднено, нам остается воздействовать на локоть противника. Сенсей говорил, если противник силен, то для воздействия в этом направлении потребуется большая сила. Если мы будем действовать в этом направлении, сила не потребуется. Поэтому в технике шихонаги необходимо заходить сбоку. Это решает проблему. А теперь давайте рассмотрим случай Никкё. Раньше мы выполняли эту технику так и наступали на ногу противника.
И хотя этим мы причиняем противнику боль, но в то же самое время становимся неустойчивыми. Поэтому основатель изменил эту технику так, что, выполняя никё, вы находитесь все время в стойке ханми и не наступаете на ногу противника. В результате этого изменения никё стало устойчивой техникой. Я продолжу объяснение, но сначала я хотел бы отметить, что в 1933 году вышла книга под названием «Будо Реншу». Это произошло за 5 лет до издания книги «Будо». Техника, описанная в этой книге, очень похожа на технику джиу-джитсу. Даже полностью совпадает с джиу-джитсу по стилю. Эта техника была сильно изменена до выхода второй книги «Будо». О-сенсей и в дальнейшем проводил изменения, но нет сомнений, что эти книги показывают происхождение айкидо от этого прекрасного вида воинского искусства. И все же, если сравнить айкидо с техникой дайто-рю или ягио-рю, то техника основателя не содержит старой оболочки. И хотя он подвергался влиянию этих видов боевого искусства, его методы отличались. Основатель говорил, что его техника – это не дайто-рю или ягио-рю, это айкидо. Я думаю, что такая позиция была для него естественной. Затем было разработано много различных новых техник, и они были распространены многими сенсеями, и теперь известны по всему миру. Но я придерживаюсь метода О-сенсея и пытаюсь сохранить и донести до учеников даже технику более раннего периода. Я хочу еще раз оценить мысли О-сенсея и традиции воинского искусства. Но в будущем я планирую переиздать с помощью IQ-News книгу «Будо Реншу» и сделать ее с фотографиями и объяснениями, потому что оригинал содержит только иллюстрации и почти никаких разъяснений. Я постараюсь сделать это более доступным, хотя это, конечно, потребует большого времени. А теперь давайте посмотрим освобождение от такого типа захвата. Это очень опасная техника. Дело в том, что если выполнять ее не с той стороны, вы сами себя задушите. У противника две руки, и при выполнении техники одна из ваших рук должна лечь на одну из его рук. Если она ляжет не на ту руку, то вы задушите сами себя его руками. В процессе тренировок многие пострадали от этого. Ошибиться нельзя, с какой бы стороны вас не захватил противник. Вы должны проводить свою руку под руку противника, который находится сверху. Об этом в книге ничего не сказано. Если вы делаете это с другой стороны, то применять технику правильно будет невозможно. Если вас захватят таким образом, и вы поднырнете под противника, то вы сможете совершить такой бросок. Если заходить с другой стороны, то вы опять задушите сами себя. Во время тренировок многие делали эту ошибку. В книге есть много других опасных техник, но нет достаточных объяснений. Поэтому я постараюсь описать все тщательно, чтобы избежать подобной опасности. Я думаю, что это моя задача, как дэшу. Как я уже говорил, в Ивама мы начинали с практики сильного захвата, а затем переходили к ки-форме. Посмотрите различные вариации. Сейчас я хотел бы поговорить об организации тренировок. Основатель учил нас технике, показывая одни и те же движения. Это было хорошо, но при этом мы практиковали одни и те же движения целыми днями и возвращались по нескольку раз к уже изученным движениям. Мы работали и не прекращали тренировок, несмотря на ушибы и кровоточащие ссадины. Это было ужасно. Например, можно выполнить кокюнаги следующим образом. При этом бросок выполняется мягко одной рукой. А можно изменить угол и бросить противнику ударом второй руки. Техника может быть очень жесткой. Способ броска зависит от того, как вы перехватываете руку. Например, когда основатель обучал нас катадори шихонаги, он говорил делать вот так. Потом другой вариант, хотя это и не совсем шихонаги. Он учил нас различным вариантам техники. Технику, которую я только что показал, я в ответ на захват атакую, а затем захватываю руку и выполняю поворот. Сенсей говорил, что здесь мы должны использовать плечо.
Он говорил, что бросок производится движением плеча вперед. Когда я спросил его, что делать, если противник захочет ударить меня рукой, он ответил, сделай так, а затем сломай ему руку. Если сенсей считал, что у нас недостаточно ки, то он заставлял нас сжимать пружину с помощью киай. Если он думал, что наши кулаки недостаточно крепкие, он гнал нас на гору к дубу и заставлял бить по нему. Дуб – очень жесткое дерево, и после ударов по нему наши руки тоже становились достаточно жесткими. Он был такого рода сенсеем. Он ругал нас из-за недостаточной ки и за слишком усердные тренировки. Он ругал меня больше, чем кто-либо в жизни. Когда он учил нас основам джой-кен, а также другим аспектам, он говорил, если будешь внимательно смотреть, то поймешь, и начинал показывать очень быстро. Когда он видел мой пустой взгляд, он снова показывал то же самое, но снова очень быстро. Иногда к нам приходили студенты из университетов для обучения воинскому искусству, но стиль преподавания сенсея не подходил к ним. Мне ничего не оставалось делать, и пришлось переработать его методику и выделять такие движения, которые можно повторять. Сегодня, кажется, вижу много копий этих движений в Европе и США. Существуют формы, которые основатель завещал нам, а я сохраняю их. Например, я покажу вам главные движения с палкой джо. Многие люди недопонимают их. Они неверно выполняют движение джо-ката. О-сенсей был очень недоволен, если кто-то делил движение на раз, два, три. Но обучать по его методике было невозможно. И я учил сначала 28 движениям, завещанным нам основателем как отдельным движением, а затем мы практиковали это как непрерывную последовательность. Затем я довел эти движения до 31, и мы тренируем их каждый день как 31 движение джо-ката. Я, конечно, могу разделить эту форму на движения раз, два, три и четыре, но все это должно быть одним движением. До меня Тои сенсей разработал более простую форму, но он вернулся домой, и сенсей Кисимару вернулся в Токио, чтобы управлять комбу-додзе. И сенсей Шиода тоже вернулся в Токио. Все покинули Ивама, и теперь я обучаю 31 движению джо-ката в додзе основателя. Форма, которую обучаю в Ивама, выглядит так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Для того, чтобы понять, что основатель вкладывал в эти движения, я разработал на их основе куми-джо, и каждое утро мы практикуем куми-джо. And we practice these kumijo every morning. There's one other thing. А теперь я хотел бы рассмотреть еще одну технику из старой книги. Это кокюнаги от захвата Уширо Ретодори. Когда вас захватили за обе руки сзади, старая книга предлагает поднять руки и бросить противника, отшагивая назад. Затем сенсей изменил эту технику так, что вы бросаете соперника, не отшагивая назад, а меняя стойку. Итак, в старом варианте поднимаете руки, отшагиваете назад. В новом варианте техники, когда противник захватил вас, вы поднимаете руки, приближаясь к нему, а затем меняете свою ханми. Посмотрите еще раз старый вариант. Отшагивание назад. Измененная техника, вы меняете стойку.
Много нового привнесено в подобные техники, но основа остается более или менее неизменной. Поэтому, чтобы правильно практиковать айкидо, нужно изучить много старых форм. В противном случае вы не сможете понять значение и сути айкидо. В Ивама мы долго изучаем основу, а затем переходим к технике ки. Мы практикуем работу с мечом кен и палкой джо параллельно с этими техниками. Кроме того, я хочу опять повторить, что суметь найти верный угол и гармонизироваться с противником очень важно в айкидо. Человек, который сумеет научиться этому, сделает большие успехи в занятиях айкидо. Я хочу сказать, что нет никаких чудес. Техника очень рациональна. Основатель не любил публичных демонстраций техники. Многие могут понять и украсть технику, если будут внимательно ее наблюдать. Вот почему основатель говорил, что техника не для показа. И когда его снимали, он не показывал правильную технику. Людям, которые его снимали, просто было приятно думать, что они снимают правду. В Ивама нам не нужна была сила. Техника настолько рациональна, что выполнение не требует силы. Если вас держат сзади и одновременно хотят ударить спереди, то вас обязательно ударят, если вы не сойдете в сторону. Используя правильную технику, легко защититься, даже если нападающих двое. Возможны два способа. В защите от шамен учи то же самое. Итак, в любой технике существуют два способа или принципа ее выполнения. Поскольку в айкидо нет соревнований, то вы на тренировках должны практиковать различные техники и отрабатывать их на разных партнерах. Вы должны научиться в одной ситуации использовать различную технику в зависимости от поведения партнера. Например, я могу освободиться с помощью икё или от того же самого захвата с помощью ириминаги. Если вы будете практиковать на тренировках различные ситуации, вы сможете легко противостоять многим противникам. Рассмотрим йокомен учи катагаеши. Так как это техника тайджитсу, вы сможете бросить противника таким образом. Тем не менее, совершенно неэффективно как боевое искусство. Если вы просто уводите руку противника вниз, то он всегда может нанести вам удар из этого положения. Поэтому, поскольку противник хочет ударить вас, нужно повернуться для защиты от удара. Или кататедори катагаеши. Если вы будете контролировать ее таким образом, то он сразу же нанесет вам удар. Чтобы избежать этого, нужно развернуться и бросить его таким образом. То же самое в ириминаге. Опасно наклонять противника вот так, потому что он может контратаковать или ускользнуть. Даже бросить его из такого положения очень трудно. В этом случае единственное, что остается, это бросить его через захват за шею. А если вы захотите его бросить, используя ириминаги, он может серьезно атаковать вас. В такой позиции он может противостоять вашей технике. Поэтому в ириминаге вы должны зайти ему за спину, и сила при этом не нужна. Кстати, это показано в старой книге, а также эти объяснения можно найти в одном из номеров журнала Aiki News. Поскольку я не могу вам сегодня показать всю технику, я скажу еще несколько слов. Когда я сравниваю свою технику с техникой из этой книги, я вижу сходство, но и различия также серьезные. Если вы будете практиковать эти формы, то вы поймете, чему основатель уделял особое внимание. Если вы будете искать старую литературу и изучать ее, вы откроете для себя очень многое. Спасибо за внимание. Thank you very much. Спасибо, сенсей.
Эту книгу можно найти и сейчас. Сенсей Шимидзу.